Привет, я Доминика, и из названия этого видео ты уже понял, что оно будет о коронации Анны. Тот момент, который был упущен Дисней в «Холодном сердце 2». Но это не просто моя видеоработа, это совместный коллаб с Мункейт. Мы вместе решили подарить тебе эту видеоисторию. Вначале будет моя часть видео, а как только ты увидишь ее ник, значит началось видео от нее. Давай посмотрим на наш совместный результат. Такая совместная видеоистория о коронации Анны у нас получилась. Инициатором основной идеи видео, как и создать такой коллаб, была я. Сюжет видео был прост: создать коронацию Анны и небольшое торжество после. Мункейт вдохновилась этой историей и попросила отдать ей часть с торжеством и весельем. Моя задача стала сделать хорошую торжественную коронацию Анны. Мы договорились лишь сроками, то, что сдадим это видео к 30 мая, и то, что оно будет не более 50 секунд, так как это коллаб. Приступив к созданию видео, я точно была уверена в том, что я хочу получить. Коронацию Анны я видела в том же зале, где и происходила коронация Эльзы. Ну, а где же ей еще быть? Не в палатке, ведь как в мультфильме. И Эльза обязательно должна быть там, ведь ей нужно отказаться от трона в пользу Анны. И она не могла пропустить такое яркое событие в жизни сестры. По желанию Мункейти было включить в наше видео Рапунцель и Юджин, ведь они уже были в королевстве Эрендал на коронации Эльзы, так почему бы им не приехать вновь? Я подхватила эту идею и сразу же удалила из зала Ханса и посадила туда Рапунцель и Юджина. Ну, зачем Хансу быть на коронации, ему там точно не место. Что касается наряда Анны, я решила оставить его без изменений, ведь оно идеально вписывается в такое торжественное событие. Шикарный черный оттенок, плавно перетекающий в зеленый. Официальный цвет королевской семьи Эренделла, а ее символический шлейф дополняет всю торжественность атмосфере. Единственное, что нужно было сделать, это убрать корону с момента, когда Анна только входит в зал. И это было легко, практически во всех кадрах, кроме этого. Здесь она слишком дергается, когда поднимается и подходит к Эльзе, и нужно было детально убирать все детали короны в волосах Анны. Также весьма сложный момент был в создании короны Анны, ведь ее не могли короновать в короне Эльзы. У Анны своя очень красивая и уникальная корона. Она вроде бы простой формы, как у ее матери, своеобразная дань, но при этом в ней единственная есть символика Эренделла. Я глупо смело предполагать, что стоит мне добавить пару элементов в корону Эльзы и будет супер. Но как я ошибалась, получилось ужасно, и я снова вернулась к тому, что буду использовать только корону Анны.
но мне нужно было заменить корону Анны так, чтобы не осталось следов от короны Эльзы, словно закрыть ее. А это было очень сложно, потому что движение корон было разное, и мне нужно было как-то вручную это поставить. И обычно это уходило все в разные стороны, и получались вот такие ужасные кадры, как бы я ни старалась сделать это вручную. Поэтому мне пришлось применить такой эффект, как трекинг движения. Мне нужно было отследить движение одной короны, а потом скопировать все это на другую. Не скажу, что это было легко, и далеко я это сделала не с первого раза, потому что впервые так работала, но зато получилось очень круто, и я довольна своим результатом. За все создание этого видео эти три кадра были самые сложные, но все же я их создала. И дальше остались лишь финальные моменты, где я поставляла руки Эльзы для Анны. Или в самом конце, я не знаю, очень люблю этот кадр, но здесь всего лишь поставлена голова Анны в тело Эльзы и перекрашенное платье под Анну. Но мне очень нравится этот финальный кадр. Закончив свою часть видео, я поняла, что полностью довольна своим результатом, за исключением одного. Мне было очень мало. Я так отвыкла делать такие короткие истории, без какого-то особого сюжета или озвучки, что я просто растерялась, когда я закончила. И я поняла, что хочу продолжить, но только изменить с самого начала. Ты только представь, если начать всю историю с Эльзы. Когда она едет в Эрендел, а Анна ее встречает и волнуется о таком новом этапе в своей жизни. Как Эльза ее успокаивает, и они вместе начинают готовиться к торжеству, выбирают наряд и, возможно, какую-то речь репетируют. Тут появляется Рапунцель и Юджин, они все вместе знакомятся, Паскаль с Бруни играет, а Максимус, можно сделать шутку, влюбился в морского коня. Это будет даже забавно и мило. И можно вот такую историю насытить интересными шуточками и диалогом, и тогда это получится красивая часть видео. И именно такие истории я уже привыкла создавать и хочу все-таки ее воплотить. Но она будет очень большой и будет сложной. И я не знаю, когда я смогу закончить, но единственное, я точно знаю, что ты поможешь мне её создать. Ведь для всех героев в этом видео мне нужна озвучка, поэтому я обязательно жду записи твоего голоса у себя в группе ВКонтакте. Скорее мне присылаешь, и я точно выберу тебя. Также не забывай, что у меня есть авторские наклейки по моим видео. Ты их можешь заказать на сайте или у меня в группе ВКонтакте, пока будешь скидывать мне свой голос для записи на озвучивание. Поэтому сейчас ты подписываешься на канал, на все социальные сети тоже желательно, потому что там много всего интересного. И уже хочу завести традицию, ты смотришь бонус после того, как я с тобой прощаюсь. Пока! Поиск объекта. Анализ. Объект совпадает. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Straighten up my bones.